Всем привет! Сегодня рецепт очень вкусного, легкого куриного супа с вермишелью. Все ингредиенты вы найдете внизу под видео. Для куриного бульона я возьму куриные кости и куриную ножку. Кладем в среднюю или большую кастрюлю. Овощи чистим, моем, кладем одну луковицу целую, две целые моркови и одну веточку сельдерея, разрезанную напополам. Воду наливаем до краев кастрюли. У меня на среднюю кастрюлю вышло 3 литра воды. Ставим на большой огонь и ждем, пока закипит. Когда бульон закипит, снимаем пену и ставим на маленький огонь. Кладем лавровый лист, закрываем крышкой и варим 1,5 часа. Прошло 1,5 часа, кладем соль, перемешиваем, опять закрываем крышкой и варим еще 0,5 часа. Время приготовления бульона на медленном огне 2 часа. Так бульон не испаряется и вам не придется подливать потом воды. Овощи и мясо достаем из бульона. В суп я не добавляю картофель, я буду добавлять яйца. Яйца варим отдельно 10 минут. Морковь и лук, нарезанные мелкими кубиками, добавляем в суп. Мясо отделяем от костей, нарезаем на кусочки и кладем в суп. Сельдерей я в суп не кладу, я его использовала только для бульона. Тонкую вермишель варим перед подачей к столу. На одну порцию супа 350 мл куриного бульона и 40 грамм тонкой вермишели. Варить 3-4 минуты. Наливаем суп в тарелку, сверху посыпаем рубленым яйцом. Можно добавить зелень по вкусу. Оставшийся куриный бульон можно заморозить или хранить в холодильнике. С вами была Вера, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.